В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей 3 июля 2018 года в органах прокуратуры Республики Тыва состоится очередной день приема предпринимателей. Предприниматели могут обратиться на прием в прокуратуру Республики, а также в прокуратуры города Кызыла и районов Республики. Прием проводится с целью оказания представителям бизнес-сообщества помощи по правовым вопросам, а также оперативного реагирования на нарушение их прав.